это бесполезно. Одну монету у меня останется. А Костян, ты же вроде забирал лагерь. Маленький. Двухмонетный. Нет, нахер он нужен. Ну, нам одной монеты не хватает. Блять, меня утащили. Съем. Били кувалду? Я погнал. Вернулась. Ну, каких-то эпических контейнеров надавали. Купай. Заебись. Покрывай. 1000 кристаллов. Короче, первым делом, да, покупаешь на 1002 коробок и начинаешь на стримах открывать. Это любят люди. Мне дали бесплатного героя. Кого мне выбрать? Джайна, Мурадин или Тиранде? Ты что, с нуля, что ли? Нет. Видимо, давно меня не было. А, возможно, кстати, да. Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. Ой, окружают. Моя магия всесильна. Бля, это хуёво затея, учитывая, что они все идут и здесь. Они все к этому поехали. Сдавальше. Сейчас будут сразу сдавать, как только кончится этот обстрел. А сколько у них? Решение. Уверен? Да. 14-13 нет, нихуя у них не хватает. Бля, у меня нет ульты, я нихуя не сделал сейчас. Кажется, им пиздец сейчас мы ставили. Пошли поотдавали монет. А, смотри, кора. Горит. Бля, я только настакал всю хуйню все. Бля, а это самое, Санёк, у тебя же должны там, блядь, дать там 20 героев бесплатно. Да серьёзно, контейнер пока пытаюсь открыть. К тому же у меня что-то на стриме... Ты сначала героя возьми. Я бабу взял какую-то, Джайну. Нет, там 20 героев тебе должны дать. Миша, ты понимаешь, он пытается открыть контейнер. У меня почему-то не работает стрим. Сейчас посмотрим, что там какая-то ебала. Ой-ой, орут, зверь заходит. Хуя себе. О, нихуя себе. Знаешь, что мне выпало? Инфернальный демон Тираэль. А чё ты смеешься? Он, блядь, стоит пиздец, сейчас его только купить можно, да? И хуля, блядь. Чем он отличается от других-то, блядь, ничем. Да для долбоёбов цена. Ну, он стоит 2400 кристаллов, блядь, и он ивентовый, блядь, он пропадет потом. Кто тебе, блядь, такое сказал? Блять, его не было, его сейчас добавили, и там в течение времени он пропадет, его нет, блять, в коллекции. Его тупо только сейчас можно за 2400 взять эти кристаллы. Пиздишь. Посмотри, блять. Какой сейчас, блять, может ивент идти?
ну, этот скин его нету просто так в наборе обычно. Где тут облики, блядь? Есть. А в каком он должен быть наборе, если он просто, блядь, один скин, старый скин, но с другой расцветкой? Мне кажется, блядь, его току-току вот добавили. Ну да, в этом патче. Но пропасть. Это старый скин в другой расцвет. Да? Не, ну скин он из этих. Ну да, 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 из этих. Ну так. Вряд ли он какой-то это. Ну, ну, во всяком случае, он дорогой. Заебись. Ну, угу. Наш ты зелененький тоже. Вспомнил, что. Что, ждем великого открывателя сундуков? Да, сейчас. Блять, под него надо скакуна рыжего покупать теперь, блядь. Это же толком там. Маунта нет никакого. Волк только желтый. Эпическая награда. Ну, какой-то Пен... эпический облик дали, это заебись. Это охуенно. Ты идешь, нет? Бля, у меня картинка так не появилась на Твиче. А что там, рабочий стол? Ну, типа того. Возьми в настройки этой игры, зайди, поставь фуллскрин оконный. Саню я вижу, заставка «Время заключений». Сейчас, настройки... Окно, оконный режим поставить? Окно, оконный весь экран. А, вижу, понял. А, понял. И там сейчас до окно захвачу. Ты сам видишь такое сосредоточенное лицо, блядь. Что, появилось? Сейчас. Захват окна. Все, ага, заебись. Нихуя без меня. Да я даже не спорю. А чё, нихуя не изменилось? Вот, сейчас, там пинг большой. Ну да, задержка. Пинг, от, отклик. Нет, там же можно ставить задержку. Ну да, но все равно минимальная, там секунд пятый. Я не понимаю. У меня показывает, что все заебись на Твиче. Мне опять ебическую награду дали. Блять, как-то эта хуйня должна же работать-то. Подожди, я может... Ах ты ж ёпта. Угу. Норм, да? Давай. Давай, крути контейнер свой. Жойка, я зима, не понимаю, что я делаю, ну... Открывай, давай. А, Сашка, на красную ставь. Эпическая награда. Как не эпические награды, я прям эпический весь сам стал. Чё, иди нахуй. Так. Мне там, короче, не эпического-то дали. Звук, Саня, на Твиче говно. М? Звук на Твиче говно. Я помогу тебе. Ты слышишь? Ну-ка, ткни на своего персонажа. Ну. Блять, тут задержка. В коллекцию. Зайди. А где? Ну, вон сверху надпись «Коллекция». Ага. Блять, задержка. Задержка. А ты ставил задержку сам по себе? Нет. Мне кажется, там по умолчанию какая-то.
стоит. Бля, ну, а у него разве нет вот этого комплекта, где 20 персов? А, крути вниз. Не-не-не. Вернись, блядь, обратно. Сейчас, секунду, я посмотрю. Не, задержки у меня везде по нулям стоят. Аудио. Отключите. Просто 30. Ты как не, не крути, там все равно какая-то минимальная задержка будет. Да, стоп, микро. Наверное, вот так должно быть. Так, по идее, должен звук лучше быть. Ну, по крайней мере, на Твиче. Так, а здесь что мне делать в игре? В наш выбор ткни, вот наверху слева. Наш выбор, ага. И чё? Ну, я, блядь, не вижу пока чего. Вот. Вниз прокручивай. Вот посередине видишь, где у тебя там персонаж? Угу. Вот там вниз можно прокрутить. Не так быстро. Мне кажется, у него уже нет этой хуйни, он проебал, наверное, вспышку. Угу. Чё, жмите гоу. Ладно, забей, пошли катать. Сейчас будешь покорять, блядь, интернет. Сейчас Green Team все разорвет. Играть. Сверху слева. Ты сам-то нажми. Да. Михан, ты сам-то нажми и говори. Да, сейчас. Оо. Я посмотрел. Мне нравится, короче, у всех на стримах вот это вот, когда цель ставят, или там кто-то на видеокарту спонтом, чтобы качество изображения было лучше, да, там еще на что этот нахуй, на металлоискатель, блин. Мне кажется, блин, за это скажу, что за долбоёб, блин. Сидит в ход, сыграет на металлоискатель, копит бабки. С которым у нас, блядь, запрещено нахуй копить, блин. Смотрите, менты, блядь, сейчас интересуются твоим каналом, блядь. Ну я же не на наркоту собираю, правильно? Конечно, блядь. Ой, блядь. А сейчас ребята с противоположной стороны, нихуя там. 4, блядь, команда, нихуя. Причем с таким прокастом нормально. А не тут там было, блядь. Так, подождите, а на Твиче есть картинка? Да, все нормально, показывает. Картинка или со всеми атрибутикой? Все видно. А, подожди, там пиздец какой, задержка какая. Саня, чему ты учишь детей, блядь, курить нахуй? Мерзкий ублюдок. Бля, вообще у них на редкость корейская тима, блядь. Что мне подсказывает, что они тут прорвало.
начнется через 10 секунд. А кто, Паль, Денчик, ты смотришь? 5, не, 4, я выключил. 3, 2, кто-то там еще, блядь. Мы с тобой, походу, смотрим. К оружию. Тебе тут нахуй. Мне только началась вообще, эта карта загрузилась на Твиче. Я, наверное, сейчас закрою эту тему. Ну, там просто чат. Какой-то нахуй. Внизу то, что бегущая строка? Ладно. Ну, типа того. Ну там остался один снаряд. Блять, Иман. Не готовьтесь, смертные. Я скоро прибуду, но со мной и владыка демонов. Чё ты говоришь? Манна кончается быстро, это подруга. Бэкайся почаще. Да нет, там бил делается нормально, не кончается вообще манна. Как смело, я должен сменить стратегию. Надо дыхать, дыхать, дыхать. Маны нету, нету, нету. А вообще дамаг-то где? Под кого-нибудь, блядь, не знаю, вот стрельнули. Если ты настаиваешь. Организм Абатур с тобой. Санёк, ты как? Меня убили, я так не понял как.
Сань, ты умер. Тебя убили быстро. Ну скажи, не скажи, я продержался уже сколько? 5 минут? Доступный. Хорош. Ладно, попробуем снова. Иду. Ну, теперь я им покажу. Саня, назад. Отродье тьмы. Поехали. Пиздить. У меня хорошее предчувствие. Нашего быстрее сносит. Там надо эту посадить, блядь. О, все, его посадили в эту хуйню. Твоя воля непоколебима. Блядь. Нечем. Саня, за ворот. И за ворот, блядь. Уже потом дело. Силы зла велики, но и наши тоже. Сашка, Сашка. Я не знаю, что вообще произошло. Все нормально. Демон всегда возвращается. Покидаю место. Не матерцы лес. Ангелы улыбаются. Еще одна туба нашли, которая нахуй сидел в центре. Ладно. В твоем сердце великая сила. Призови ее. Мне точно пригодится. Мы нужны нашим союзникам. Поспешим. Надо хард забирать. У меня хорошее предчувствие. Да будет так. Саня, нужно помощь, тварь. Ой, дамажище. Пойдет. Герои, вы готовы? Я уже на подходе.
ненавижу прибегать к насилию. Давай, этих еще. О. И твои слуги из преисподней пойдете передо мной. А, батуровские крипы. Нет. Если по линии бегут. Они опыт дают или нет? Не. Ебать, тебя слили, что ли, блядь? Почувствуйте ненависть 10 000 лет! Бери талант. Неуловимый какой-то. Любопытно. Сука, всех поломаю. Так, что у нас там по расписанию? Мама там позакидывай мне. Я должен сменить позицию. Ну давай, блядь. Звучит интересно. А к кому прилетел? Твой дух силен, смертное существо. Без маны, конечно, прям мерзко. Mm-hmm. Кстати, на хуй ты там делаешь наверху, скажи, пожалуйста. Мясо стакаю. Восхитительно. Если я не настакаю, с мясоливаемся. Двойное убийство. Уничтожитель уничтожен. Нам, блин, надежда жива. Ну да. Мясника-то нету, блядь, в файте. Если файт, блядь, я прибегаю в файт, блин. Одна хота там нам не была, там, я не знаю. Хоть что-нибудь. Застанки сливают, херни делают. Сожгите их форты в праведном огне. Иди их не надо бесить. Интересно. Прям. Ну. Умер не зря. Это я. Ну, Саня чуть не отпиздил Гензи. Держите оборону, друзья. Преисподняя падет передо мной. Да, можно поверху, да. Не можно, нужно. Ладно. День там один вис запушит. Я вообще не хотел. Срена мой бил, поймешь. Там, блядь. Сильнее прежнего, герой. Бомжишки, давай. Это из-за билда у тебя 18 хп, я стал праздник. Я вернусь 38. И вновь вступлю в бой с владыкой демонов. Это фишки, значит. Thank you.
блядь, от этих скачущих уёбков хер убежишь. Что, блядь? Ладно, попробуем снова. Изи. Да, нам нужно поспешить. Просто сдайся уже. Блять, я теперь посмотрел на твой билд. Ты бы хоть заранее сказал, что ты хилить не собираешься, я бы, блядь, не брал. А ты хилил? Да я вижу. Вы просто умираете раньше. Ну, ага. Я вот-вот буду на месте, как и мой враг. Уйдёшь? На их уйду. Ну шо, иду, не знаю. Иду. Просто не твой день. Трепещи перед моим гневом, демон. Сменить стратегию. Бля, денешься. Надежда жива. Сама земля лучится славой нашей победы. Крепость уничтожена. Злу нигде не укрыться от моего взора. Да ладно. А,